Привет-привет, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова, и сегодня обзор баночек за январь месяц. Такая скромная коробочка, вернее, скромный пакет. В общем-то, не как обычно. В январе мы мылись меньше. Всего 20 баночек на 258 бонусных баллов. По цене каталога 12 140 рублей и по дистрибьюторской цене, то есть со скидкой 20%, 9 713 рублей. То есть в данном случае выгода составила 2430 рублей. Давайте посмотрим, что же мы использовали за январь месяц. Один раз я покрасилась, пустая краска, только внутри инструкция. Это мы сдадим макулатуру. Краска мне очень нравится. Многие спрашивают, какой цвет. 9.0 Орифлейм. Многие даже не верят, что у меня именно этот оттенок. Но вы знаете, я хочу сказать, что отличается, конечно, от цвета на модели, потому что мне кажется, мой цвет волос более как бы с рыжинкой. Но цветопередача на камере немножечко показывает по-другому цвет, то есть более рыжим, не такой, как есть на самом деле. Поэтому могу сказать, что краски респект, я рада, что мне подошел этот оттенок, он просто супер. Использовали одну упаковку коктейля ванильного. Именно ванильный я люблю больше, чем клубничный и шоколадный, но периодически заказываю такое или такое для того, чтобы разнообразить немножечко по вкусу, чтобы не все время хочется есть одни щи, 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 да, хочется то супчика, то суп харчо, то ухи, то же самое здесь. Я буду рада, если у нас расширится линейка вкусов, и моя мечта – это вкус манго. Но, скорее всего, этого не произойдет, но я все равно буду мечтать. Почему-то, как показывает практика, многие мои мечты сбываются. Бывает такое, стоит только вот захотеть, раз, и в Орифлейм это сразу появляется. Одна коробочка Wellness. Не то чтобы стали пить меньше, мы просто купили отдельные баночки, а их на дольше хватает, потому что каких-то 60 капсул, каких-то 30, а в этой упаковке всего лишь на 21 день. Но скоро нужно будет повторить Wellness Pack, и я рекомендую заказывать всегда подписку делать, во-первых, подписку на Wellness, во-вторых, делать подписку Wellness Life, то есть коктейль и витамины вместе, если заказываешь, то первый шаг приходит за деньги, второй, третий, четвертый приходит бесплатно, и начисляют баллы. А если брать по отдельности, отдельно коктейль, отдельно витамины, тоже делать подписку. Также четвертый шаг приходит бесплатно, но баллы не начисляются. Поэтому я всегда стараюсь брать подписку, это гораздо выгоднее. Так, закончился кондиционер для волос. Мед и молоко мне нравится. Я не могу сказать, что о, вау, магия, волшебство, просто что-то происходит невероятное. Но я вижу, что мне этот кондиционер подходит. То есть волосы более становятся мягкие, то есть не как солома. Даже вот несмотря на то, что я сегодня немного их подкрутила, все равно они мягкие. Ну, конечно, я еще масло Элио мазала, не без этого. А далее закончился гель для душа Vita Care. Вы знаете, как интересно. Он пахнет очень таким спелым апельсином. И я считаю, что этот продукт мой был недооценен, потому что помимо него выходят такие еще более красивые, более эффектные, более какие-то экзотические ароматы в Орифлейм, именно вот в гелях. И когда он уже практически заканчивался, я думаю, надо помочь ему быстрее закончить, стала им купаться в конце, до этого ему в основном купалась Лера или Миша. И тут такой аромат апельсина, я думаю, почему я про него как-то вот, ну, не замечала, что он так вкусно пахнет. И в прошлом каталоге как раз он шел по классной акции, и я взяла несколько флакончиков, посчитала, что это выгодно, 250 миллилитров, а стоимость была, по-моему, 89 рублей всего. Это нормальная цена, учитывая, что у нас кроме кота все купаются гелем, даже собаки, а еще рыбки не купаются. Вот. Ну, кот-то, он, у него своя сауна. Ага, вот, одна баночка как раз закончилась, омега-3. Тут очень удобно то, что 60 капсул. И как раз вот они тоже недавно были по акции, я набрала несколько баночек. Осталось теперь докупить витамины отдельные и еще
астаксантин. Но астаксантин пока есть, потом его просто еще немножко пополним, и все. Кстати, достаточно выгодно получается. Это не мой. Это так делает дочка. Крем-трансформер. Расчлененка очередная. Все разрезано. У меня, кстати, тоже такой точно крем сейчас заканчивается. Чуть-чуть не успела закончиться, но теперь уже пойдет в пустые баночки следующего месяца. Вот мы почему-то этот крем очень любим. Ну, во-первых, здесь 150 мл. А, не сказала, какой крем. Loving Care с миндалем. Кстати, пока помню, в этой серии еще есть шампунь и кондиционер 2 в одном, тоже в такой же упаковке, он в каталоге номер 2 идет со скидкой, я его заказала, сегодня мыла им голову, я его как-то давным-давно брала, и он у нас как-то долго не заканчивался, я думаю, почему мы его так быстро, ну, долго не использовали, у нас же шампуни вот прям летят один за другим, а сегодня я стала мыть им голову и поняла, он абсолютно не пенится, и не понимаешь, ты помыл голову или не помыл. Но видите, голова вообще чистая абсолютно. То есть волосы не слипшиеся. То есть они такие вот живые. Надеюсь, я не сильно разлохматилась. То есть они рассыпчатые, классные. Абсолютно не пенятся. Именно вот шампунь из этой серии. Так, ну это небольшое отступление. Может быть, просто для вас это будет полезно. Потому что я знаю, что многие вот ищут специально такой именно шампунь, который там без пены и так далее. Так, про крем. Нравится очень, он такой густой, но при этом он не такой вот, что прям вот такой липкости в нем нет, он кайфовый. То есть он прям жирненький, когда мои руки совсем-совсем чувствуют себя сухо, например, я что-то долго готовила или генералила, то только этот крем меня и спасает. Ну вот так мы его положим здесь, все. Так, дальше. Зубная паста одна, по-моему. Да, одна зубная паста. Это травяной комплекс. Видите, мы его прям использовали до конца, выдавили. Ну, я просто все наши пасты люблю. Нам только не очень нравится паста-гель. Слишком, мне кажется, резкая, что ли, какой-то вот у нее такой эффект. Не знаю, по вкусу я имею в виду. Так, к пастам только одни комплименты, мне они все нравятся, и у нас всегда открыто сразу три. Травяной комплекс, защитная и отбеливающая. Всегда три открыты. И чередуешь то одну, то другую, то есть как бы по настроению, по желанию, как бы чтобы не надоедало, и чтобы разный эффект был классный. Бальзам для волос, вернее кондиционер для волос Элио закончился. Я, в принципе, серию Элио обожаю. Я знаю, что есть отзывы, и кому людям вообще не подошел ни шампунь, ни бальзам, то есть у кого что, да? Все волосы разные, все мы разные. И если продукт кому-то не подходит, ведь мне тоже многие продукты не нравятся или не подходят, это не значит, что он плохой. Просто такая индивидуальная особенность. Нам же и запахи всем, кому-то один просто кажется, это аромат на всю жизнь, любовь на всю жизнь, а кто-то скажет, фу, что это за дихлофос? У меня такое отношение к сухому шампуню зеленого цвета. Я его просто не могу выносить, когда им пахнет. Мне кажется, это просто надо убегать из этой страны вообще. А кто-то пишет, Лиля, ты что? Это же классный крутой аромат. Но тоже с Элио. Серия дорогая, я ее не беру так часто, прям как бы хотелось. Но когда какие-то акции, бывает, что эта серия идет в подарок за какие-то там выполнение условий. Мне нравится очень. Просто начинаю, вот мне нравится дизайн, мне нравится аромат, мне нравится эффект. Я не могу сказать, что он на чем-то прям в 100 раз лучше этого. Нет, у меня такого к нему нет отношения. Я этим мою кондиционер, то есть смягчаю кондиционером волосы, или этим эффект у меня, в общем-то, практически, я не вижу отличий, только по запаху. Поэтому это чисто, вот знаете, как баловство, роскошь такая, ну, не скажу, что прям роскошь, ну, что-то такое для себя сделать более приятное, вот, это, наверное, так. Так, что здесь? Ого! Мыла в этот раз очень много. Нет, это еще не использовали, только открыли упаковку. Да, закончилось мыло Loving Care. Им в основном пользуется Лера. Она любит ему тело купать. И вообще она от него балдеет просто. Мыло Коста-Рики. Такой у него классный аромат, просто бомбический. Такой, знаете, как
энерджайзер, такой он позитивный, вот классное мыло. И, в принципе, вот эта серия Discover, мне все нравится. И гели для душа, и мыла, и разнообразие, то, что там то одно, то другое. А это только открыли, новинка второго каталога, но еще не пользовались. Вот уже упаковочку, чтобы не потерять, выкинули. А мыло лежит в ванной на машинке, такое просто оно красивое. Оказывается, оно еще и с блестками, ну и приятно очень пахнет. Закончился крем ночной. Сейчас сразу покажу. Крем дневной и сыворотка. И вы видите, все разное. Многие спрашивают, а как подбирать продукцию, можно ли миксовать серии? Да. Отвечаю на вопрос, что в рамках одной компании можно миксовать. То есть нет здесь каких-то прям противопоказаний. Но как получилось? Сыворотка не закончилась, крем уже закончился. Я просто открыла новый, закончила сыворотку, потом открыла другую. Ultimate Lift. Этот крем у нас ночной, по-моему. Нет, это дневной. А дневной крем. Мне он точно дневной? Ну да, контролинг, лифтинг, да. Мне, вот если сравнивать, например, Экологен и Ultimate Lift, мне Ultimate Lift больше нравится по текстуре, по аромату, вот прям мой аромат, обалдеть. Но эффект я больше вижу от серии Экологен, на себе лично. Потому что вот эта серия Ultimate Lift, она больше направлена на контур, чтобы улучшить контур. И я периодически беру, потому что с возрастом, как какая бы ни была генетика, как бы вы ни ухаживали, все равно контур у всех немножечко деформируется. То есть есть какое-то провисание, искажение. И это в первую очередь выдает возраст. Вы знаете, даже морщины вокруг глаз и носогубки так не выдают возраст, как контур лица. Поэтому за ним надо следить обязательно. Я периодически беру эту серию, хотя она дороже, чем Экологен. И у нее большая разница. Но я все равно беру то одну, то другую, но больше у меня Экологен все-таки. Просто шикарный крем, просто роскошный. Сыворотка мне тоже безумно нравится, потому что, ну мне кажется, видно, почему она мне нравится. Потому что эффективно, и все. Вот из-за этого мне нравится. А вот про этот крем хочу рассказать чуть побольше. Это крем-маска серия Royal Velvet. Такой вот кремик, маленький, в нем всего 30 миллилитров, и, честно говоря, очень быстро закончился. Так он мне понравился, просто вот, ну, обалденный, такой клевленький, и по нему так макияж ложится волшебный. Я как маску его, кстати, ни разу не попробовала, что-то все руки не доходили. Но как крем я его просто полюбила от души. Если на него будут какие-то там акции, скидки, я обязательно буду повторять, потому что он необыкновенный. Будет под видео код, какой именно крем. Вот посмотрите, он прям в любимчиках теперь у меня. Такой клевый. Кстати, по поводу того, что как он там уберет морщины или нет, я не знаю почему. Потому что надо долгое время пользоваться серией, чтобы увидеть эффект. Но, замечание, когда я делала перерыв всего на 10 дней, когда я уезжала, я взяла с собой тюбики Optimals, как раз такая желтая серия была, какая-то там витаминная, я брала с собой в поездку, чтобы легенькое что-то нести. За 10 дней у меня настолько изменилась кожа, то есть прям вот откат назад был, я прям увидела, как пошло какой-то мелкие морщинки, какая-то она и цвет поменялся. И вообще я прям смотрела на себя и думаю, блин, я прям старею на глазах. Поэтому, когда вы мне говорите, что лучше, Optimals или Novage, я всегда говорю, однозначно Novage, потому что это безинъекционная помощь лицу. То есть не надо делать инъекции, каких-то безумно дорогих процедур, чтобы лицо было хорошее. Потому что разница просто небо и земля. А потом, когда я вот на этот крем один перешла, то у меня все равно ночной был Novage, очищение Novage, сыворотка Novage. То есть я не смогла понять, насколько он борется с возрастными изменениями, но по ощущениям, что он справится однозначно, потому что и питание, и легкость в нем все было, то есть мне было очень с ним комфортно, прям супер малыш. Очередной мой любимчик закончился. Вот этому средству я никогда не изменю, и у меня паника, вдруг его снимут с производства, это мой большой страх. Это
очищение для для снятия макияжа, двухфазная жидкость. И, кстати, она также, ее нацеленность удаление водостойкого макияжа. То есть, если вы покупаете тушь, на которой написано водостойкая, то только этим средством вы ее сможете удалить. По крайней мере, тушь Oriflame, мне кажется, ничем больше не удаляется. Я как-то сделала эксперимент, попробовала водостойкую тушь. Как раз мы снимали какой-то обзор, я ее накрасила, но я не поняла тогда, что она водостойкая. А это средство у меня как раз закончилось. Вот именно в этот день надо было залезть на полку, достать баночку, я забыла. Я начинаю умываться, не могу снять. Из ванны уже вылазить не хочется, потому что, ну, как бы, думаю, ладно, попробую мицелляркой. Не стирается вообще. Попробовала таким розовым завиван средством, никак, вообще ничем. Пришлось ползти за этим средством, только им я смогла снять водостойкую тушь. При том, что очень быстро, безболезненно, без растяжения кожи, без выдирания ресниц, легко, спокойно, классно. Так, что здесь еще? Масло чайного дерева, закончив, это слаймом. У нас оно уходит просто на ура, потому что им можно все спасать и от прыщиков, там какие-то воспаления, раздражения, ранки, ушибы, зубная боль, в носик закапать, горлышко пополоскать, то есть, ну, вообще абсолютно все. В ухе стреляет, я в ухо могу вставить. Ну, то есть, если вот любая проблема, если она возникает, то в первую очередь я обращаюсь к маслу чайного дерева. Аптечки у нас дома практически никакой нет, а вот масло всегда должно быть. И не один флакончик, а пусть их будет 2, 3, 4 в запасе, чтобы я была спокойна, что оно у нас всегда есть. И здесь все, последние 3 тюбика. Закончился любимый Лерчикин лак 33-290. Такой приятный у него нюдовый оттенок. Это уже не первый лак в заказе. Их как заканчивается, нужно брать следующий. Закончился фиолетовый лак. Кстати, он уже просто, мне кажется, от старости высох, даже не откручивается. 305-32, один из моих любимых оттенков, но сейчас у меня настолько короткие ногти, что я их стараюсь просто какими-то прозрачными золотистыми лаками красить, чтобы не привлекать к ним сильно внимания. Но это теперь, наверное, надолго, потому что гитара требует маленьких ногтей. Так, а здесь средство укрепляющее для ногтей, оно такого сиреневого оттеночка легенького, если целый взять флакончик. Я его очень люблю. Кстати, у меня сейчас на ногтях один слой как раз этого средства. Просто сняла лак, сделала скрабик с нашим спа-скрабом, потому что он масляный, и руки сразу становятся гладкие, то есть вся кутикула размягчается. И просто помыла, сделала покрытие один раз, и все, чистенький, аккуратненький маникюр, ничего такого особенного, но мне нравится такой легкий уход. Вот и все. Смотрите, такая маленькая кучка, вроде бы так посмотришь, у каждого человека, скорее всего, наберется за месяц, если семья 2-3 человека, ну, не меньше кучка, поэтому всегда говорю, ребят, выгоднее заказывать не через консультанта, а самому зарегистрироваться и брать продукцию со скидкой. Опять же, то какие-то акции, то подарки, то спецпредложения. Одна стартовая программа для новичков чего стоит? Это вот просто смотрю на эти подарки и завидую. Думаю, ну как же классно, вот новичкам делают такую, ну, хорошую поддержку. Согласны? Вот, к чему я все это? Если у вас дисконт есть, вы молодцы. Если еще нет, то заполняйте анкету прямо под этим видео в комментариях. А я с вами свяжусь и научу, с чего начинать. Как заказ оформить, куда его отправить, то есть как выбрать доставку, как оплатить и так далее. То есть все делаем в лучшем виде. Спасибо за внимание. Если видео полезное, с вас лайк. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока-пока.